Наркомания – это чума. С этим высказыванием согласны многие горожане. Бороться с этой болезнью необходимо совместными силами. Сотрудники Химкинского УФСКН объявили о начале акции «Сообщи, где торгуют смертью». Наркополицейские планируют почерпнуть новые знания. Получить даже новые, может быть, формы общения, может быть, какие-то даже новые методы своей работы. Да? Может, у населения будут свои какие-то предложения, какие-то свои мысли, который мы можем также, как говорится, потом уже после акции этой обработать, посмотреть, скомпоновать и выделить какие-то свои направления именно в работе по борьбе с наркотиками. Эта акция проходит уже в 10-й раз. Традиционно ее поддерживают не только правоохранительные органы. Городская администрация открывает свою горячую линию. Работа с населением помогла раскрыть не одно преступление, связанное с наркотиками. Много поступало за это время информации по притонам, по которому была проведена работа. Поступала информация о несовершеннолетних, которые употребляют на улицах там или где-то, о тех лицах, которым распространяют. То есть во время даже этой акции были возбуждены уголовные дела. Оставить сообщение для наркополицейских можно не только по телефону. Рассказать о том, где торгуют смертью, возможно, по электронной почте и даже путем СМС. Сотрудники УФСКН призывают горожан проявить бдительность. Акция «Расскажи, где торгуют смертью» будет проходить в нашем городе в течение 11 дней. За это время сотрудники УФСКН надеются наладить более плотное взаимодействие с горожанами. Однако и после завершения этой акции борьба с наркотиками в нашем городе будет продолжена. Артем Макаров, Валерий Алексеев, служба новостей.